Далее мы рассмотрим, как обрезать видеоклипы. Для этих целей я специально добавил длинный клип на временную шкалу. Предположим, что я хочу разрезать его на 3 разных клипа. Кликаем на него, выбираем ножницы слева внизу экрана. Мы имеем несколько опций: разделить, отделить, дублировать и удалить. Если выбрать опцию разделить, то клип будет разрезан в том месте, где головка проигрывателя находится на временной шкале. Я могу дублировать клип, еще раз дублировать или удалить полностью. Я хочу обратить внимание на опцию «Отделить». Мы можем отделить аудио от видео данной кнопкой. Если в видео есть запись аудио, мы можем отделить его, перемещать по временной шкале и использовать независимо. Или мы можем изменять его громкость.